Всем привет! Сегодня на канале Люцийка, я с Люцией, буду играть в очень красивую игру Royal High. И вот мы в игре. О, какой красивый, огромный морской маятник. Красивый фонтан. Девочки красивые бегают. Водичка. Можно покупаться. Монетки на память оставить, чтобы сюда еще вернуться. И Стелла, и Лайла. Все принцессы. Все с коронами, с крыльями. Так, пойдем вот сюда. Тут какой-то замок. Посмотрим, что там в замке. Ну, что там будет сейчас? Будет детство. Королевская школа. И что здесь? Ух ты! Вот это лестница. Лестница идет. Рестромс леди. Что это такое? Тут руки можно помыть. Ух ты! Это туалет. Это женский туалет для девочек. С видом на горное озеро. Женская комната. Да, точно. Вот здесь можно посидеть, подумать. Книжку почитать. И пук. Да, пук-пук сделать. И пойти дальше. Мячики. Так, а здесь... Для мальчиков, наверное? Мальчикам. Там для девочек, а это для мальчиков. А что здесь? Не знаю, что здесь. О, а здесь целый бассейн. Батя, батя. Да, можно позагорать, посидеть. А то вот, это батя. Посидеть. Ну что, сейчас будем купаться, да? Да. Мы сейчас разбега прыгнем в воду, да? Сейчас разбежимся. И прыжок! Пш, ох ты! Поплыли! На самое дно бассейна. А что это? Какой-то подводный туннель в бассейне есть. Какая-то жемчужина. Даже посидеть можно в этой жемчужине. Класс. Смотри, еще одна жемчужина. Еще мы одна жемчужина, и мы можем посидеть. Даже побегать можем. Смотри. Вода, вот столб воды, а здесь можно просто побегать. И две жемчужины. И мы можем как в кресле посидеть. Водички. А ну поплыли? Ух ты, смотри, можно поплыть, да? Поплыву вверх. Вверх, плывем вверх. Ух ты, солнышко какое яркое. Как классно здесь в этом бассейне плавать, да? Да. Красота. Едем. Ну что, пойдем посмотрим, что еще здесь интересного. Ступеньки наверх. Ступеньки из настоящего хрусталя или ценного камня. Так, тут раздевалка. Раздевалка. А что здесь? Тут надо что-то достигать. И у девочек разные уровни. А здесь посидеть. Так. А что здесь? Ух ты, ух ты. Это кинотеатр, да? Да. Большой кинотеатр. Здесь можно кино посмотреть или конкурсы какие-то проводить. Баба, а это экран, это смотри, это экран в кинотеатре, экран. Так, а что такое F? Не знаю, нажимал букву F. Ничего не происходит. Не меня. Нажимал букву F, ничего не происходит.
Ну, тут кинотеатр, да, смотри, кино можно смотреть. Большой такой. Любовь. Пошли дальше посмотрим. Да. Так, а в следующем доме... Сейчас мы все пройдем, посмотрим, что здесь. Что это? Это мальчиком била. Это концертный зал, здесь концерты дают. А я вниз попадем. Концерты дают. Артисты, но их сейчас нету. А когда они есть, можно вот на барабанах поиграть. Ух ты, смотри. Так. Ух, сколько этих роялей стоит. Смотри, сколько роялей. И синенькие, и бирюзовые, и фиолетовые. Это дальше пойдем. О, там лестничка. Да, сейчас на лестницу пойдем. Короче, это большой концертный зал. Дают рояльский, королевский концертный зал. Пошли посмотрим, что дальше. Куда там все девочки бегают? Наверх они куда-то бегают. Смотри. Ух ты, какое сияние, какое яркое солнце. Так, здесь какой-то кабинет. И что это? Это дискотека. Это здесь танцевать можно, прыгать, скакать. А люди где? Да, музыки-то нету пока музыки. Людей нету. Может, вечером соберутся. Или ночью в дискотеке. Ночь. Ночью на дискотеках танцуют. Так, побежим дальше. Ой. Так, побежим дальше, да? Да. А это не я не знаю, а тут какие-то пирожные, тортик какой-то. А ну пошли посмотрим. Может быть, здесь тортики можно делать? Ух ты, смотри, девочка прибежала. Тортик. И что? Нельзя объять. И что, это она продает тортик или что? Нет. Я не понимаю. Посилкин. И что здесь надо делать? Нужно убить. Подожди. Здесь надо самому приготовить кекс. Кексы можно приготовить. Взять. Оп. И что? О, смотри, смотри. Положили масло. И что? Потом. Это... Еще масло. И с сахаром. Сейчас засыпем сахаром, да? Так, еще сахар, еще сахар. Двое котлет. Сколько много сахара надо? Так, потом миксер. Сейчас надо сбить, наверное, да? Смотри, сбиваем масло с сахаром. Сбили. Потом яйцо, наверное, разбить надо, да? Да. О! Разбили одно яичко, второе яичко. Мука. Это мука, да? Да, я взяла мука. Давай муки, еще побольше муки. Больше у нас кексиков будет. Молочко. Молочко надо добавить. Вот полилось молочко. Опять миксером надо сбить это все миксером. Сбиваем и добавляем клубничку, лимон, оранж, это апельсин. Клубничку, да? Да, вкусненькая. Добавляем клубничку. Цвет какой? Розовый сделаем? Зелененький, нельзя. Зелененький, да? Нет, эти. Голубенький? Нет. Вот этот? Да. Розовый? Хорошо. И вот, и смотри. Всё, кексики вот здесь всё, выпекли кексики. Всё, так, поставить. Смотри, поставили в духовку, чтобы кексики наши приготовились. Да, и буду есть. Да, они же не сырые будут, они должны быть запеченные. Вот они сейчас время пройдет, и они приготовятся. Так, вот еще. Так, а что такое? Нас пригласили. Смотри, нас куда-то пригласили. И мы перенеслись.
Что здесь? Вечеринка какая-то, да? Вечеринка! Ух ты, смотри. И тетя. Ух ты! Ну, и ты пройдешь там или не пройдешь? Ух ты, прошла! Смотри, давай еще чуть-чуть. Давай. Ну, давай. Давай. Ой, не прошла. А ну еще раз. Вау, прошла. Так, а что здесь? Здесь большой шоколадный торт, да? Да. А здесь леденцы с воздушными шариками. На хрестик нажимай. Вот хрестик, да, нажимай. О, вау! Смотри, это что? Это такой фонтан. В нем купаться можно. Какая цветомузыка в этом фонтане, да? Ой. О, так ты еще и летать умеешь, да? Да. Ты не только плавать умеешь, ты еще и летать умеешь, да? Это осенний. Да, ты прямо с бассейна и полетел. А ну наверх плыви наверх. Сможешь поплыть наверх? Нет? Нельзя? Вот, не получается. Да? А ну побеги наверх туда. Есть проход наверх? Или подняться можно наверх? Ты задом бегаешь, да? Ну круто, ты брейк-данс танцуешь, да? Это елочка, не забег. Это надо проходить под этим шестом, вот так. Да, наклоняешься и проходишь. Не получается? Нет. Ой. О, ты не. Ты прошла только не под этой палкой, а чуть дальше прошла. Да, ух ты, это такая столб воды. В нем можно плавать. Может, можно конфету нам покушать? Смотри. О! Леденец у нас, смотри. Ну, смотри. Она кушает леденец. Ой. Сейчас еще возьмем. Ой, она лежа будет кушать леденец. Я буду. На, давай, кушай. Смотри, какой большой леденец. Размером в человеческую голову. Это тоже опять. А, это можно с собой взять леденцы. Может, с собой можно и воздушный шарик взять? Так, шарик не берется. Давай чуть-чуть посмотрим, что здесь со стороны. Ой, я не могу забраться. Тут горка скользкая, не могу забраться наверх посмотреть. Вон, нам шарик подарили, да? Помогите, не нужно. Нам какой-то черный шарик кто-то подарил. Наверное, тут вот монстры с черными крыльями любят черные шарики. Так, а здесь что? Ты пилить что? Да, вот, я взял попить. Смотри. И еще. Коктейль я взял. Целую чашку коктейля. Шарик и леденец. Ну все, и наедимся сейчас, и напьемся, и шариком наиграемся. Ну, вообще крутяк. А то я не буду играть, то. Все пропало. Ух ты, класс. А я буду играть. Продолжение приключений Люцейки смотрите в следующих сериях. Чтобы посмотреть следующую серию, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока.